как горит история. В ночь на 2 мая сгорел дом Курбатова, больше известный в Иванове как избушка Бабы-Яги. Строению было около 200 лет. Площадь пожара составила более 100 квадратных метров. В результате пожара было повреждено огнем 2 строения. В настоящее время на месте пожара находятся сотрудники дознания и испытательная пожарная лаборатория, которая выясняет все причины и условия, способствующие данному пожару. Дом старой постройки, бревенчатый. В момент прибытия пожарных подразделений был полностью охвачен огнем. Споров вокруг строения было немало. Решался вопрос о сносе дома, также о его реставрации. Около 3 лет назад строение признали объектом культурного наследия регионального значения. Он отразил в себе типичные черты ивановской сельской застройки того времени. Если перенестись мысленно в те времена, то, наверное, практически все Иваново, когда стало заниматься ткачеством, набойкой, примерно состояло вот из этих домов. Поэтому этот дом как бы переносит нас в ту эпоху, ну и заставляет, в общем-то, посмотреть, как жили люди. Восстанавливать уникальный объект после пожара придется, но теперь неясно, за чей счет. Уже несколько лет идет судебное разбирательство с собственником дома. Комитет по культуре пытается обязать владельца заняться вопросами реставрации. Вопрос сохранения объекта культурного наследия решается с 2015 года. По 73-му федеральному закону содержать в надлежащем санитарном, техническом и противопожарном состоянии объект культурного наследия должен его собственник. И на него возлагается в том числе финансовое обеспечение сохранности. Сама владелица сгоревшего дома Татьяна Грачева потери находит по пепелищу. Вместе с домом сгорели некоторые ее вещи. Рассказывает, участок вместе с проблемным объектом собиралась продать. Специалисты комитета культуры несколько лет назад даже подыскали инвестора. Однако сделка сорвалась. Вкладчик отказался покупать дом за установленную сумму. Главное, они с этим инвестором. Я отказала людям, которые у меня покупали этот дом в то время за 2 200. Это сейчас подешевели квартиры, а тогда были дорогое. Я отказала людям, ну как же, инвестор будет. То есть я потеряла покупателей. А теперь они меня судят. Я сразу сказала, я не восстановлю. Вопросы о восстановлении дома будут и дальше решать в судебном порядке. Единственный вариант сейчас для Татьяны Грачевой – продать останки дома и оформить дарственную. Таких строений в городе больше не осталось. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иваново.